цель экономики. Цель экономики – это производство, это первично. А деньги, финансы, все остальное – это вторично. У нас все стратегия, экономическая стратегия определяет Минфин, определяет вот первый вице-премьер. Это опасная ситуация? Это абсолютно опасная. Более того, я сейчас даже могу позволить себе резко сказать, я просто, что такое Минфин, как директор института это чувствовал. Я каждый квартал заполнял эти балансовые отчеты. Это большего идиотизма, которые придумали эти все, Кудрин, там, Силуанов и так далее. Придумать нельзя. Это говорит, во-первых, об их низком и квалификационном уровне. Ну вот представь себе, в моем институте сделать директором бухгалтера. А я буду, значит, вот там помогать. Ну вот, вот примерно у нас так в государстве. И поэтому нужно прекратить говорить о каком-то у нас росте. Общий мировой рост 3-3,5%. Это все страны, которые благополучные и неблагополучные. А мы говорим о каком-то там проценте. Мы, значит, продолжаем полутора. Отставать угу. от мира. Угу. Он уходит, а мы продолжаем отставать. Это должно, ну, вообще говоря, это должно беспокоить президента и руководителей правительства. И вот этого беспокойства, к сожалению, я не чувствую. Вот такая благость. Вот мы на мировом, так сказать, политике вроде бы там активны, очень это все хорошо, конечно, но экономика – это дело, с которой шутить нельзя. Вот, к сожалению, руководство страны недооценивает тяжелое положение и неправильную экономическую стратегию, абсолютно. Кроме того, что и академик Глазев говорит по поводу финансово-экономического блока, который способствует оттоку наших ресурсов туда, денежных ресурсов туда. Это все тоже чрезвычайно важно. Это беда.